друзья, вы на канале Кладоискатель Эволюция Поиска. Сегодня приехал в Липецкую область и есть пару часов походить. Пришел вот к такому месту, думаю, пройти здесь. Там походил, вроде бы сигналы есть, но какие-то осколки. Вот, подошел ближе к берегу, вот видите, как красиво. Вот такая вот красота. И был сигнал, и, блин, я задел лопатой, ребята. Видите, из ямочки выпала вот такая вот монеточка. Что еще, даже не смотрел. Может, не задел? Нет, задел. Николаевская. Николаевский. Это у нас в таком офигенном было бы сохране, если бы я не задел. По-моему, 3 копейки, друзья. Сейчас я помою и включусь. Ну вот, друзья, помыл. Это 2 копеечки. 2 копеечки с серебром. Такая вот замечательная монетка, я ее коцну чуть-чуть. Ну ладно, друзья, ищем дальше. Ну что, друзья, был нестабильный сигнал, комаров море, и вот выпала монетка. Это савдепия. Уже сразу по сигналу было ясно. Это у нас, походу, рублик. Да. 1 рубль с СССР. О, дедушка Ленин показался. Вот такая находочка. После Николаевского рубля. Хотел сказать рубля, после николаевских 2 копеек. Ушел я от речки, одни пробки, и там кто-то уже тоже прочесал лунки, ямки. Ну ладно. Ну что, еще был сигнал, ребят, переехал я в третье место, потому что все здесь уже выбито, сложно копать. Вот, надо менять вообще место поиска. Если приезжать сюда, то куда-то отъезжать в другие места. Вот. Ну, уже солнце заходит. Сейчас покажу вам, что была за монетка. Это советик. Сейчас посмотрим, какой. Да, это ранний советик. Опять я его коцнул. Что ж сегодня за день такой? 5 копеек. 5 копеечек 52-го года. Кто-то его уже отбивал на кольцо. Начал отбивать. Видите, какая форма. Ну что, находка. Берем. Комаров ужас сколько, ребят. Побрызгался, но пока помогает, но надолго ли? Ребят, был сигнал. После 5 копеек. И вот видите, на лопату вывалился патронище. И причем целый. Не знаю, что это за патрон.
жужжат. Двадцать шесть, по-моему. Ну да ладно, не берем. Ну, ребята, вот был патрон. Я еще не успел закопать ямку, думаю, пробью рядом. И вот здесь был сигнал. Вот видите, лежит ремешочек. Вот, и где-то пряжечка была. Пряжечка какая-то. А вот она. Из какого-то белого металла. Ремень кожаный. Что-то типа ремня. Ну, вот такая вот прижанция. Ничего, конечно, интересного. Но находка. We'll be right back.